лето – отличное время для спорта на свежем воздухе, особенно где-нибудь в живописном уголке природы. На днях в Клинском районе Московской области состоялся масштабный спортивный праздник. Ежегодную летнюю спартакиаду провела одна из крупнейших корпораций страны. Волейбол, плавание, бадминтон, спортивное ориентирование и другие дисциплины. Представители телекоммуникации и IT-сферы, медики и строители. На один день переквалифицировались спортсменов и стали участниками спартакиады АФК-система. Одной из крупнейших корпораций страны, которой в этом году исполнилось 30 лет. Объявляем 19-е летние спортивные игры АФК-система открытыми. И давайте покажем лучший результат, который мы можем. Работники самых разных отраслей российской экономики собрались вместе с семьями, чтобы провести время с пользой для здоровья на территории гостиничного комплекса «Космос Коллекшн Изумрудный лес» и загородного клуба «Усадьба Охотника». Более 1500 спортсменов, более 2000 болельщиков, хотя по ощущениям кажется, что даже чуть больше. Оба объекта расположены в экологически чистой зоне в окружении леса. Имеют категорию 5 звезд, развитую инфраструктуру для активного отдыха на природе и сафари-парк, где обитают 30 видов животных. По этим живописным местам проходит велотрасса. Я пришла в компанию чуть больше 3 месяцев назад, и уже там спустя пару недель я уже готова была записаться на велоспорт. В зимнюю спартакиаду я поучаствую на лыжных гонках. Здесь же располагается спортивный комплекс с бассейном «Аквамарин», крупнейший в Европе крытый стрелковый комплекс Target Point, где проходят корпоративные турниры по практической стрельбе. На спартакиаде разыграли более 100 комплектов медалей. Победителей соревнований «Забега за лес» от благотворительного фонда «Система» наградили кубками. Александр Кузьмин, Юрий Ярский. Настроение.